Давайте начинать. Итак, начнем. Чтобы подчеркнуть натуральность продукта, мы предлагаем создать игру в социальной сети. Фруктовая ферма Rich Fruit Mix. Пожалуйста. Для начала подготовим почву. И заметьте, все своими руками. Мы копаем. Копаем. Теперь осуществляем посадку. Разрешите вас попросить подкинуть пару фруктов на грядочку. Каких фруктов? Вот этих. Да, вот прям не стесняйтесь. Отлично. Ага. Вот. Здорово так. Удивительно просто. Теперь мы все это дело поливаем. Поливаем, 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 поливаем. Потому что обильный полив очень важен для нашего бананчика и клубнички. Ждем немножечко. Ну и вот они, первые результаты. А? Но у вас там птицы. Где? Ну-ка, вы не бойтесь. Ничего, вы так испугались. Вы не бойтесь. Вот если на вас кроты напали, другое дело. Это ерунда. Слушайте, у меня что, сейчас все зальет. Ничего, нас это не испугает. У нас есть замечательный зонт. Так, фрукты уже созрели. Надо их пойти и собрать. Смотрите, что мы делаем дальше. Отправляемся на завод. Завод работает, работает. И у нас получается замечательная пюрешечка. Rich Fruit Mix. Кстати, с друзьями можно будет общаться и играться в этом приложении. Спасибо за внимание. Ну как вам?